Если в города входить не собирались, то не надо было начинать операцию. Не войдя в город, ты ничего не сделаешь. Что, голодом, что ли, брать осаду? Но до сегодняшнего дня ни одного серьезного города не взяли. Ну, Херсон и то так себе. А Полтава-то уже сколько? Уже почти 2 недели с начала операции ни одного города не взяли. Ни в одном городе не сменилась власть. И что? Если нет отработанной тактики и желания, и намерения брать города, операцию начинать было бесполезно. Власть находится в городах. Не между городами, не в пригородах. И вот это все вызывает вопросы, на которые ответов нет. При этом очевидно, что мы все равно считаемся исчадием ада. И очевидно, что, чтобы не было, нас будут ненавидеть, Запад ненавидеть долго, а войну не выиграть или там не завершить эту операцию заявленными целями мы просто не можем, потому что в конечном итоге приведет иначе к гибели самой России. Да. То есть Россия не может себе позволить не выполнить то, что сказал ее президент. Или президент не может позволить стране, чтобы то, что он объявил вначале, не было выполнено. А денацификация может быть только после устранения власти. А устранить власть хороводами вокруг городов невозможно. Операцию надо проводить до конца. Тем более, что я уже подчеркивал, если все, что говорило российское руководство, верно, то что может заставить российское руководство изменить планы? Совет Безопасности ООН? Нет. Истерические демонстрации в Лондоне или в Берлине? Не дай бог. Так что? Неправильный расчет? Извините, это уже серьезно. Что может заставить изменить? Если в ближайшие дни не высаживаются на побережье Черного моря и не подходят к Одессе, тогда я не понимаю, зачем это надо было. Если все для того, чтобы признали Крым, или для того, чтобы признали Луганскую и Донецкую области. А Луганскую область еще до конца не освободили. 2 недели боев. Славянск еще не освобожден. За 2 недели? За 2 недели можно было дойти до Львова и обратно. Из-за Крыма надо было брать Херсон? Или для того, чтобы получить от Зеленского признание Крыма, надо было положить более 500 солдат и офицеров? Яковлевич, и так настроение тяжелое. Ты сейчас меня своим пессимизмом совсем в грусть вгоняешь. Володя, ты меня спросил, как мне видится ситуация. Я понимаю. Я как всегда говорю, вот она видится мне очень и очень проблематично, потому что непонятно, а что же происходит. Это вопрос вызывает также действия армии на поле боя. Они тоже порождают сомнения, а чего хотят достичь?